Вот сегодня вечерочек, день рождения у мамулика. Вот она стоит на верандочке. Привет, мамулик! Привет! И у нас цветут наконец-то яблоньки! Яблоньки наконец-то зацвели. Вот Андрей там жарит шашлыки на мангале. А? Нет, та тоже цвела, там просто меньше было ягодок, и она цвела чуть-чуть раньше. Да. Вот, ну и кое-какие яблоньки тоже еще. У меня маленький сад еще. Зацвели, ну по 2-3 цветочка уже на каждой есть. Вон вишенка цветет, малюсенькая, но цветет. Вот. Это у нас 21 мая. В Подмосковье вот цветет вишня, яблонька цветет. Вот еще одна у меня яблоня. Солнышко уже там садится, небо красивое, дроздихи поют с птенцами. Уже вот в этих кустах где-то из гнездов повылезли дроздики маленькие, и дроздихи кормят. Сейчас пойду еще белый налив покажу. Вот у меня этот малина. Мне эту малину Анечка из Курска давала. Вот она уже какая красивая. Целый ряд выросла. Я ее в прошлом году вырезала, обрезала. Все стволики молодые. И вот у меня это. Белый налив цветет. Он шмелик. Где-то шмелик, вот он, улетел. Ну и цветет белый налив. Ну и все, сейчас вечерочек, мы жарим шашлыки. Да, кружовничек отцвел, завязался. Вон. Хороший кружовник. Кружовник нам тоже Аня давала, да? Вот, Анечка, твой кружовник уже хорошие кусты. Видишь, какие красивые. Сколько-сколько уже ягодок на них. Вот. Сумок? Да. Какие-то уже доцветают тюльпанчики. Опять же, 21 мая. Кто? Это у меня Альпийская горочка. Здесь кое-что. Косты мои вылазят. Что? Теплицу закрыла, да. Косты вылазят. Вот, немножечко цветет абриета. Но это очень скромно, надо ее досевать. Да. Холодно. В этом году холодно. Нет, наверное, мы в дом пойдем. Конечно, в дом. Ну, уже за этим столом не будем подавать. Ну, посмотрим, да. Вот. Ой, небо, конечно, это вообще. Небо. Да, вот оно на западе, конечно, и очень красиво садится, подсвечивает облака. Величественно. Свежо, да. Вот хосты мои вышли. И вот-вот будет цвести сирень. Уже выпустила. Ну вот север Подмосковья, вот так вот. Сирень, вот это очень красиво. Это Андрей нам, маме подарил. Года 2 назад, да, на день рождения, Андрей? Или уже 3? Лет 5, я бы сказал. Сирень, лет 5? Да, мне кажется... Может быть. Вот. А то и больше. Нет, Андрей. У меня 5 лет как только укультурено все. Потому что я сколько? В 17-м году дом построила, зимовала. А в 18-м только стала делать эти. Вот шашлычки. А в 18-м только стала садом заниматься. 17, 19, 20, 21, 22, 23. Ну да, наверное, где-то лет 4-5, да.
точно. Ну вот. И на соснах моих такие вкусные цветут шишечки. Вот такие. 21 мая. Там еще белая сирень зацветет. Вот это куст роскошный стоит. Вот эти два куста, которые Андрей нам дарил, уже выросли. Ну и все. Весна. Мамин день рождения. Олечкин был позавчера, 19 мая. А у нас закат и шашлыки.